Книга пророка Амоса, глава 3. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так, говорит Господь Бог, вот неприятель, и притом вокруг всей земли, он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так, говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю. И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь.